Здравствуй, мама, я пишу тебе письмо. Здравствуй, мама, у меня все хорошо, светит солнце, все нормально у меня, а в горах стоит туман. Мать не знает, как мы ходим по горам. Мать не знает, как бывает трудно нам, как проходят наши юные года. В Закавказье идет война. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, и от разрыва вся горит земля. Под шум взрыв гранат дед мастера летят, и не отступим мы с тобой назад. Под шум взрыв гранат. Молодыми мы приехали сюда, в Закавказье, где сейчас идет война, не забыть нам тех бессонных, тех ночей и лица погибших друзей. Годы плыли, вот вернулся я домой. Здравствуй, мама, я вернулся, я живой. Посмотрел я своей матери в глаза, постарела, как она. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, и от разрыва.